Боровы – так себя шутливо называют разработчики из польской студии Flying Wild Hog, но делают они вовсе не симулятор фермы, а игру про демонскую кровь и отрубленные руки-ноги. Ну а мы отправляемся в Польшу в гости к этим добрым и гостеприимным людям смотреть Shadow Warrior 2, полную веселья и расчлененки историю про ниндзя-демонореза Ло Вана. Сюжетную кампанию можно проходить в одиночку или вместе, вчетвером, но по-хитрому, так как для нас важно правильное восприятие истории. Четыре одинаковых Ло Вана никому не нужны, верно? Так что в совместной игре каждый видит себя Ло Ваном, а друзей безликими ниндзя. Хитрый и эффектный ход. Все чувствуют себя героями, всем одинаково весело. Катаной, дробовиком или пулеметом каждый Ло Ван внесет смертельный вклад в избавление мира от нечисти. Она сильнее, хитрее и жирнее по сравнению с упырями из Shadow Warrior. Мы тренируемся, ведь нам могут дать права на такой великий боевик, как Duke Nukem. В Shadow Warrior 2 хрюшек в униформе не нашлось, но дух ядерного герцога мы увидели. Боссы из поросят-суицидников превратились в хитрых тварей, но одной лишь страсти к резьбе катаной по демонам недостаточно. Игрокам также пригодятся смекалка и рефлексы. Без них в Shadow Warrior 2 придется тяжело. Уровни в игре каждый раз формируются случайным образом. Решив пройти миссию заново, вы приятно или не очень приятно удивитесь. Изменится не только местность, но и предметы, декорации, расположение врагов и даже погода. Мы хотим сделать Shadow Warrior 2 настолько долгоиграющим, насколько это возможно. Для этого у Flying Wild Hog есть все шансы. Shadow Warrior 2 динамичнее, разухабистее и разнообразнее, чем первая часть. Скажем, персонаж может обучаться новым умениям, оружие тоже можно улучшить. Крепкое словцо и острая катана – это хорошо, а усиленная бензопила и огнемет – идеально. I am unstoppable!